Что это с моим глобусом? 3-2. Кто придумает больше пранков с учителем? А кто первый? А давай на Цуефа. А что, давай? Цуефа. Ура! Рано радуешься? Ну, это мы еще посмотрим. Предлагаю начать с пранка над учителем информатики. Правой кнопочкой мыши нажимаем на экране рабочего стола. Выбираем разрешение экрана. Дальше выбираем с вами режим альбомное или портретное перевернутое. Нажимаем ОК. Готово. И? Хотела спросить у вас, как работать в одной программе. Да, конечно, легко. И что теперь делать? Это можно как-нибудь исправить? Да уж, так себе из тебя учитель информатики. Ну что, 1-0. Это ненадолго. Чтобы такого придумать. Точно! Старый проверенный метод. Поймал. Успел. Ну, знаешь, это старый не смешной пранк. Ну, насчет старого согласен. Но зато каждый раз смешно. Ой-ой-ой. Ну что, 1-1? Так, нужно придумать что-то оригинальное. Делаете, Роман Александрович? Няшкина, готовлюсь к уроку. Может вам дать текстовый маркер? Да, с ним будет удобнее. А что я? А я ни при чем. Бракованный попался, наверное. И между прочим, 2-1. А хотите знать, как я это сделала? Очень просто. Для этого пранка берем текстовый маркер и краску нужного цвета. Для начала открываем наши краски и разводим немножечко ее в воде. Затем открываем текстовый маркер. Набираем краску в шприц. Затем наливаем шприцом краску в текстовый маркер. Вот это будет прикол. Но не забудьте текстовый маркер после этого плотненько закрыть. Итак, доске отвечать пойдет Роман. Что у вас в руках? А ничего у меня нету. Ладно, прикольный пранк, засчитано. Как ты это сделал? Будешь? Так вот, в чем фишка? Съедобная бумага. Ага, только много не съешь. Из шпаргалок можно сделать ограниченное количество. И, кстати, сейчас становится 2-2. Лично я никогда не любила учителя географии. Он угрюмый зануда. Здесь уже есть то, что мне нужно.
Беру хлопушку и хорошенько приклеиваю ее ко дну. А что делать с веревочкой, я вам сейчас покажу. Но сначала в эту полусферу я еще насыпаю много-много муки, но еще немножко глиттера для блеска. Теперь уже приклеиваю веревочку к верхней полусфере. Аккуратно закрываю шар, но не плотно. И ставлю его на штатив. Вот это будет хохма! Так, улики все нужно убрать. Ирина, вы наконец-то решили изучить наш земной шар? Да, но знаете, я не могу никак найти здесь амазонку. Но как? Как этого можно не знать? Дайте сюда глобус. Так, где наша амазонка? Что это с моим глобусом? Ах так? Ну все, держись у меня. Ой, боюсь. Мне срочно нужен гениальный реванш. Думай, Рома, думай. Как я мог забыть про универсальный комплект для всех уроков? Ну, кроме физкультуры, конечно. Хотя и там иногда прокатит. Ребята, для этого пранка мне нужно подсолнечное масло и, конечно же, маркер для доски. Но это еще не все. Берем паштет и губку. Масло наливаем в кружку и кладем туда наш маркер пропитаться. Какой запах! Тем временем на губку намазываем паштет. Побольше, побольше намазываем. Фу, вот это вот! Я гений! Роман, вас ничего не смущает? Почему доска к уроку не готова? Это кошмар! Это кошмар! Приходится все самой делать! А по-моему, 4-3 в мою пользу. А ты как считаешь, кто выиграл? Пиши быстренько в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Чао, какао! Что? Вообще-то, выиграла я. У меня розыгрыши были оригинальные. А у меня их было больше. Ну и что? Как это что? Посмотри только один розыгрыш с этой губкой. Ну и что? А мой розыгрыш с глобусом. Это все ничего.